6 часов вечера к полицейским за помощью обратились работники нефтеперегонного завода. Они рассказали, что несколько автомашин, припаркованных на огражденной автостоянке возле завода управления, были ограблены. 4 машины, все «Жигули», обнаружили, после работы выходили, 5 часов, в 6 часов, в 6 часов. Обнаружили, что здесь у меня машина открыта, та дверь, и в общем здесь все вещи вывалены и пытались зажигание, в общем, открыть аккумулятор, вытащить что ли, не смогли вот. Как рассказали потерпевшие заводчане, на этой стоянке они регулярно оставляют свои машины, но такой дерзости не ожидали. Автомашины были ограблены средь бела дня. Грабители выбрали самые дешевые автомобили российского производства, запчасти от которых можно реализовать на рынке. Здесь, кроме моей машины, еще 4 машины, у них аккумуляторы поснимали, и одну машину, четверку, угнали. Ну вот. Вы обратились в милицию? Все, обращались, милиция приезжала. Как говорят заводчане, на территории стоянки есть сторожевая будка, но охранника в ней обычно не бывает. Прибывшие на место происшествия полицейские одну из автомашин отогнали к ближайшему опорному пункту полиции, чтобы снять отпечатки пальцев и провести другие мероприятия. По факту кражи запчастей и угона автомашины возбуждено уголовное дело по статье 175 Уголовного кодекса. Ведется следствие. А прокуроры и городские полицейские заботились участившимися карманными кражами на пассажирском транспорте. Как свидетельствует криминальная статистика, в прошлом году только в Абайском районе произошло 5353 кражи. Более половины из них в общественных местах, в том числе в автобусах и маршрутных такси. В қазіргі кезде қаламыздың тұрғындарына белгілі, мына қоғамдық көліктердің ішінде, соның ішінде мына автобустарда. Участковые инспекторы Абайского РУВД совместно с работниками прокуратуры провели рейд по общественному транспорту. Мы заходили в автобусы, где развешивали плакаты с призывами быть осторожнее в переполненном транспорте, а также проводили беседы с пассажирами. Пассажиры охотно приняли участие в столь необычной акции, задавая вопросы полицейским. Как говорят горожане, о кражах в автобусах они знают не понаслышке. На страже кошельков горожан, утверждают сотрудники автобусных компаний, также стоят водители и кондукторы автобусных маршрутов. Мы постоянно предупреждаем наших пассажиров, чтобы были бдительными, особенно если заметили подозрительного пассажира. И как следствие, на нашем маршруте не было еще ни одного случая карманной кражи. Подобные акции уже имеют эффект, говорят полицейские. В этом году количество краж на транспорте уже сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие мероприятия полицейские Абайского РУВД будут проводить и в дальнейшем. В 4 часа дня спасатели отдельного отряда ДЧС вызвала жительница одного из домов микрорайона «Восток». Как сообщила женщина, уже несколько дней ее взрослый сын не отзывается на телефонные звонки и не открывает дверь квартиры. Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи специальных инструментов вскрыли железную дверь. Мужчина оказался живым и здоровым, но, судя по обстановке, уже не первый день потреблял алкоголь. Сколько это будет продолжаться? Уже сил никаких нету. Это для чего? Ты мне никакого выхода не оставляешь. Составив протокол, спасатели покинули место происшествия. За сутки в городе произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. В час ночи аварию полицейские зарегистрировали на пересечении улиц Абая и Громова в районе свинцового завода. Здесь водитель автомашины Audi 80 не справился с управлением и перевернулся. К прибытию полицейских водитель покинул место происшествия. Как подозревают сотрудники полиции, у него были для этого довольно веские причины. Владелец автомашины, возможно, был пьян. Полицейские обнаружили в салоне недопитую бутылку пива. Автомобиль полицейские доставили на штрафную стоянку и сейчас разыскивают ее владельца.